«За граница нам поможет». Именно эта цитата из творчества Ильфа и Петрова стала особенно актуальной сегодня. Ведь на площадь перед парламентом в самом центре Лондона вышло, ну уж точно, больше 100 человек. В основном это представители русской диаспоры. И вышли они с тем, чтобы поддержать все те демонстрации, которые в эти дни проходят в России и во многих европейских городах. Ну, требования у протестантов здесь примерно такие же, как и у тех, кто протестует в России. Люди требуют пересчета голосов и отмена результата выборов. Также многие требуют скорейшего освобождения блогера Навального. И многие тут выступают именно против господина Чурова. Например, у протестантов были плакаты «Дважды два равняется 49, only in Russia», то есть только в России. Примечательно, что эта акция изначально должна была состояться на Трафальгарской площади, однако полиция предложила более удобный вариант для проведения сегодняшней демонстрации, потому что народу ожидалось здесь гораздо больше, чем могла в себя вместить вот этот кусок на Трафальгарской площади. Другой митинг состоялся вчера вечером у посольства Российской Федерации. Однако он был несколько менее многочисленным, поскольку многие вчера работали и не смогли прийти. Примечательно, что сегодняшняя акция не была ангажирована какими-либо политическими силами, движениями или партиями. Люди просто вышли на площадь перед парламентом показать свое недовольство результатами выборов. Алексей Ковалев, один из организаторов сегодняшней акции и журналист одного из московских изданий, рассказал нам, почему он организовал сегодняшний протест. Потому что мы в понедельник, 5 числа, после объявления промежуточных итогов, мы сидели, скрипя зубами, смотрели новости из Москвы, в том числе, кстати, на «Дожде», читали Твиттер и скрипели зубами от беспомощности, потому что нам хотелось броситься в Хитроу и сесть на ближайший рейс в Москву и тоже идти на театральную, триумфальную, куда угодно, потому что невозможно сидеть на месте, когда в Москве такое, на родине, Москва – это мой родной город, такое происходит. Ну, среди звезд такого русского комьюнити сегодня здесь мы заметили Екатерину Затулеветер, которую обвиняли в шпионаже в пользу России, но не так давно с нее сняли обвинение. Но атмосфера на митинге крайне праздничная и такая довольно веселая. Интересно, что люди здесь активно следят за новостями, которые приходят из России. Кто-то периодически достает iPad или телефон, зачитывает последние сводки с московских площадей. И люди активно аплодируют и криками поддерживают тех, кто сегодня в Москве вышел на площади. Интересно, что многие уже довольно давно живут в Лондоне, однако им, как мы сегодня увидели, не все равно то, что происходит в России. Дмитрий Иловский, телеканал «Дождь Лондона».